Твери уже 2 года действует программа «Инициативные проекты». С ее помощью активные жители могут провести благоустройство придомовой территории. Например, установить детскую площадку или отремонтировать дорожное покрытие. Приемка очередного объекта прошла в микрорайоне Южный. Подробности в нашем сюжете. Вместе с комиссией принимать отремонтированную придомовую территорию вышли и активные жильцы. Теперь здесь, на Можайского, 72, брусчаткой выложен не только тротуар. Его сделали в прошлом году, но и проезжая часть. Кроме того, некоторое время назад жители добились, чтобы сквозной проезд через их двор был перекрыт. Вся дорога была разбитая, ямы, машины ездили бесконечные. Это было дорогу даже не перейти нам, ни детям, ни нам, взрослым. Добились, вот, чтобы нам сделали хорошую бригаду, нам нашли. Мы благодарны, благодарны и благодарны. Принцип участия в программе «Инициативные проекты» такой же, как в программе поддержки местных инициатив. Первый шаг – это общее собрание, на котором жители решают, что и как хотят благоустроить. Жители готовят документацию проектно-сметную, определяют свои доли софинансирования, подают документы в администрацию района и, соответственно, принимают участие уже в реализации и приемке данных работ. В настоящее время жильцы подают заявки для реализации своих инициативных проектов в следующем году. Планируется, что таких проектов будет 6. Параллельно идет работа по подготовке документации на участие в ППМИ.